Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и мы продолжаем играть в Horror Field. Все мы прекрасно знаем, что последние два дня с игрой творилась какая-то херобора, какая непонятно. Это понятное дело, что это была не обнова, поэтому я просто хочу побегать сегодня по локациям и посмотреть, может, все-таки что-то изменилось, и была ли это, может, какая-то техработа, или вообще, ну, я не знаю, что это было, ребят. Нас, естественно, об этом не оповестили, но об этом я рассказывал в предыдущем ролике, поэтому можете глянуть. Меня там нереально просто бомбит. Ну, давайте я, наверное, возьму Джека. Да, давайте я возьму Джека. И сперва мы побегаем по мрачному бункеру, а потом попробуем все-таки в заброшенной деревне. Мало ли, вдруг она наконец-то заработала или что-то изменили, я не знаю. Ну, понятное дело, это было не обновление, ребят, но... Не знаю, мне, скорее всего, больше всего кажется, ребят, что просто слетел какой-то сервер, или все-таки они пытались ввести обнову, но у них просто это не получилось, я не знаю. Это все для нас загадка. Ой, рано сильно загадки всей вселенной. Так, ну, долго что-то к нам добавляются боты. Все, сейчас побегаем, поиграем, посмотрим, что к чему. Кстати, вы помните, кстати, ребят, перед тем, как пропал сервер, помните мой видос про Horror Field, там, где был баг? Видео еще называется «Причудливые баги». Если кто помнит, то должен был видеть. У меня тогда нереальное что-то происходило с игрой. Блин, меня ранили. Я тогда, когда кого-то лечил, и после того, когда кого-то вылечил, я дальше продолжал лечить, бегать. Или когда я открывал ящик, то тоже я уже его открыл, забрал ништяки и дальше уходил и продолжал дальше, типа, открывать ящик. Бегу и открываю, типа, ящик. Короче, какой-то бред творился. Так, но эту нычку так и осталось этой нычкой. Ну, понятное дело, я еще раз повторюсь, это было не обновление. Ну, мало ли, может, блин, Ля, все, они все сюда бегут, какого хрена? Че ты за ними не побежишь, а? В принципе, я могу-то и выбраться. Ладно, давай, меня херячь, я выберусь, короче. А то я так... Блин, я ж... Ну, в принципе, ладно. Этот предмет не особо-то и важен. Я мог его, в принципе, в любой момент его мог купить, он дешевый. Правда, я мог сейчас его ослепить, я не знаю, что я этим не воспользовался. Все. Давайте пойдем, наверное, вниз, в угол. И там постараемся что-то открыть. Не, ребят, скорее всего, ничего не изменилось. Потому что, ну, видимо, они просто залаживали какой-то, как бы сказать, фундамент для обновления. Мне кажется, скорее всего, именно это и происходило. Так, а у нас, блин, у нас только одна Таня не раненая. Маньяк чела у нас разошелся, довольно-таки такой, знаете, нестабильный парень. Прям как сама игра, да? А? Так, где он там бегает? О, может меня сейчас подлечит, а? Ух, блин! Я, короче, тупанул. Я не заметил вот этого забора. Я еще только смотрю на эти... как их... красные бочки. И думаю, туда пройдусь, посмотрю, что там. Я забыл, что там забор, ребята. Забыл. У меня сейчас голова совсем не о том. Ладно, давайте воспользуюсь этим ключом. Как раз у меня место в алтаре немножко освободиться. А то вообще, бывает, хочется что-то подобрать, взять, а я не могу этого сделать. Так, Гарри, лечи меня. Давай, только быстрее меня лечи. Мне интересно, какие умения есть у Гарри. Вот что он может делать такого, чего не может делать Джек и чего не может делать Мэри. Джек, ладно, он может чинить быстрее генераторы. Мэри может заниматься самолечением и плюс ускорять лечение. А Джек может еще, кстати, выбираться из клетки. Что будет у Гарри? Не знаю, может какой-то... Кстати, у Мэри еще плюс есть ускорение. То есть она может быстрее бегать. Что будет у Софи и что будет у Гарри? Я не знаю, может предметы будут как-то... Ну, везде у всех, у каждого есть такой перк, там, где предметы действуют быстрее. О, давай, 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 давай. Я надеюсь, что я успею. Да, я должен успеть. Я почти сдох, ребята, но я это сделал.
Я думаю, что Гарри и Софи должны удивить нас в плане... Давай еще сюда отойдем чуть-чуть. В плане предметов. Блин, зараза! Да. Ладно, пусть так и будет. Но предположить, в принципе, можно. Может, все-таки у Гарри какой-то бег все-таки будет, я не знаю. А у Мэри... Блин, честно, даже предположить, в принципе, даже сложно, ё-моё. Ладно, давайте теперь я схожу, наверное, на заброшенную деревню. Все-таки попробую там что-то такое сообразить. Надеюсь, проблем у меня там не возникнет. Или как в прошлый раз, просто возьмет и слетит игра, и все. Давайте это я все поубираю, оно там ей не нужно. Нет, ребят, не сыграем мы на заброшенной деревне, только что захожу, и у меня опять запись слетела. Я не знаю, что происходит на самом деле, поэтому давайте мрачный бункер. Все игры снимаю, и прекрасно у меня все запись держится. В Хоррорфилде все, что не снимаю, все держится, кроме заброшенной деревни. Вот не хочет, вот не знаю, вот отключается у меня запись автоматически, когда я пытаюсь снимать заброшенную деревню. Вот буквально вот несколько секунд или минуту держится все, и запись просто ломается и просто вырубает ее. Я не знаю, с чем это, ребят, связано. Ну, наверное, все-таки с нестабильной локацией. Там очень, уж больно очень много невероятно жутких багов. Ну, посмотрим. Может, когда все-таки нам введут обнову, что-то изменится. Я обязательно это проверю. Ну, мы сейчас давайте сыграем за Мэри. Постараемся выиграть. Будем действовать осторожно. Не как в предыдущий раз, как я играл Джеком. То, что ничего не изменилось, это, в принципе, мы уже и так с вами поняли. Меняться тут пока мест нечем. Я, в принципе, не ждал никаких изменений, кроме, возможно, знаете, улучшения каких-то багов, да, что их просто может не быть. Не обязательно нужно обновление для того, чтобы убрать баги. Иногда просто проводятся какие-то техподдержки, техработы, да, точнее, и просто убираются баги элементарно и просто. Так, ну мы пока лечимся. Ой, лечимся, чиним генераторы. Я уже, блин, заговариваюсь, ребят. Так, я, наверное, буду валить. Блин, так, Гарри, свали, 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 сейчас за тебя меня ранят. Блин, вот надо было ему именно за мной потелепать. Так, он за мной бежит, нет? Вот зараза. Давайте я вот сюда и немножко подлечу себя. Кстати, еще ни одного... Смотрите, у нас уже трое раненых, и ни одного генератора, кстати, не починено. Беда. Ага, он ломает дверь. Блин, я к нему прибежал. Все, он побежал. Так. Так, я тут видел где-то генератор. О, вот он, замечательно. Давайте его пока вместе починим. Так, один генератор уже починили, я постараюсь сейчас дочинить. О, отлично, те восстановились, а один попал, кстати, в клетку. Ну, я надеюсь, что сейчас ему или кто-то поможет, кто-то из тиммейтов. Хотя, знаете, ребят, пока их даже тиммейтами не назовешь, потому что, я не знаю, это пока просто боты. Я думаю, что тиммейты это когда играют уже живые, реальные люди некими персонажами. Вот тогда можно будет называть тиммейтами. А пока мисс это просто боты. Есть тупые боты, есть умные боты, есть наглые боты. А есть багованные боты. Чё ты орёшь? Чини, чини, чини. Успеем, нет? Я думаю, успею. Успею, я рискую, но я успею. Есть. Так, пусть Гарри идет через верх, а я пойду через низ. Кто первый из нас успеет, тот того и спасет. Так, вижу Джека, вижу двух Джеков. Кстати, а боты, я смотрю, они могут пользоваться предметами, но своими перками они не пользуются. Это странно. Ага, понял. Сейчас, наверное, и этого Джека тоже положит. Нет. Блин, дурак. И меня обманул, знаете, и себя обманул. О, тут чуть-чуть есть.
Есть контакт. Так, блин, знать бы еще где он. Где-то рядом, только я не пойму, с какой стороны. С левой или с правой. Но он явно приближается. Все, свалил. Так, где? В какой? В какой клетке? В какой? Так, освободим тут Джека. Кстати, это тот, кого я, по-моему, начинал лечить. Ох, он там всем, всех тупо положил. Ладно, я дождусь, пока сейчас он закинет их в клетку. Но одного точно закинет. И сейчас, наверное, это Гарри. Гарри, по-моему, с нами. Ага, ну Гарри сам встал, ладно. Подлечить? Давай я тебя подлечу. Блин, вы задолбали. Почему не дать себя вылечить? Я понимаю, что вы хотите убежать подальше от логова, но он ведь здесь не тусуется. Ладно, если бы он постоянно тут тусовался, не знаю, кемперил. Но он бегает постоянно по всей локации. Замечательно. Пока если он сейчас отвлечен на других персонажей, на наших выживших, я смогу починить этот генератор и буду выбираться. Есть. Все. Капец, я починил 3 генератора. Ну, спасибо, ребята, вы офигенно сыграли. От вас ботов помощи, как не знаю, сегодня просто как никогда много. Ага, он где-то на той стороне. Все, замечательно, я успею. Если вдруг вы открываете ворота и видите, что кого-то завалили вот так вот, вы успеете по-любому выбраться, ребят. Потому что пока миссия он его завалил, пока миссия он его отправит в клетку, а сейчас он вообще погнался еще за кем-то, вы по-любому выберетесь. И это факт. Это просто факт. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать. Вы были на канале Экспировид. Ничего в игре не изменилось. Подписывайтесь на мою группу ВК, ссылочка будет в описании. Я, кстати, собираюсь своей группой ВК очень плотно заняться в ближайшее время, поэтому обязательно подписывайтесь. Я буду давать абсолютно всю информацию по всем играм, что снимаю, какую только найду. Ставьте лайк, будет больше, будет лучше. Пока.